Доброго времени суток, мои уважаемые подписулечки! Это я, Кента ПК. Я прямо сегодня потрачу все мои деньги! И я куплю, ребята, БП. И наша цель — выбить какой-то из этих ножей. Желательно какой-то ножичек с паттерном. Ля, и пулечка, братва! У кого две штаны, пошел! Прям сейчас прожимай лайк! И подписывайся, кстати, да, если ты, братанчик, прям сейчас прожмешь лайк, подпишешься на мой канал и напишешь любой хороший комментарий, и посмотришь видео без перемоток, я тебе подарю БП на халяву! Поэтому, родной, смотри видео без перемоток, ну а мы, ребята, идем покупать БП! Так, сколько он там стоит? А ну-ка! Вау! 800 рублей! Вы че в сосну въехали? Ладно, ребята, все ради контента. Опа-па! Купим БП, господа леди джентльменс! Вы посмотрите на эту анимацию, слушайте, прикольненько. Голдпас открыт. Ну, спасибо большое. О, мне даже медальчик какой-то дали. Так, теперь надо купить уровни. Сколько? 4600, вы что гоните? Это весь мой запас на год жизни. Ладно, ребята, все ради контента, поэтому еще раз напоминаю. Лайк, братан, прожми и подпишись. Это трэш! Все зависло, ну ё-моё! Ну почему именно сейчас? Ну почему, свиндомщик родимый, развисай, маленький ты мой! Ладно, ребята, вернемся тогда, когда я уже куплю уровни. Не, ну вы посмотрите на это! Я свиндову деньги принес. Говорю, братан, держи его там на зарплату, все программистами и так далее. Он говорит, тем духом мне твои подачки не нужны, и труба сайт не работает. И труба сайт не работает, ну зашибись. Снял видео по Шурику. Давай, давай, родной! Да! Это 10-я попытка, пацаны! Залетаем в стендовчик, да! Я не верю своим глазам, мы это сделали! Я час времени потратил, я целый час! Я всем своим знакомым написал, говорю, пацаны, помогите, помогите! Потом в итоге кое-как еле сдонатил, да! 116 новых предметов! Блин, мужики, давайте так, я вам покажу мой самый любимый нож. Я надеюсь, мне выпадет именно этот нож. Я очень сильно хочу, смотрите, или вот этот вот Аурейд. Он прям очень красивый скин, прям максимально красивый скин. Или мне еще понравился вот этот фанг релик, прям тоже очень классный. Ну чё, пацаны, надеюсь, вы готовы. Давайте, 3, 2, 1, погнали! Чего? Вы посмотрите, как много разных кастиков. Обалдеть. Давайте-ка мы прямо сейчас все их откроем, ребята. Мне не терпится. Вы даже не представляете, насколько же рад то, что у меня вышло. Если честно, я вначале думал вообще это видео не продолжать снимать, потому что, ну, я целый час не мог сдонатить. Но спустя час все-таки вышло. Правда, переплатил 500 рублей, но тем не менее вышло. 5к улетело, и что ему вам сказать, что-то, пацаны, пока что в кейсиках падает плохой дроп. Ладно, все, давайте прям сейчас немножечко пролистаем вниз, блин, я не могу, мне страшно. Вау, обалдеть, вы посмотрите, какой нож мне дропнулся. Чего? Это новый легендарный нож! Я не верю своим глазам. Пацаны, это просто что-то нереальное. Так, и давайте сейчас мы еще дооткрываем кастики. Я вам расскажу мое впечатление про обнову. Обнова пока что меня очень сильно порадовала. Это впервые в истории стендова, что добавили целых 4 новых карты. 3 карты для режима дуэль. И 4-я карта для полноценного соревновательного режима и для закладочки. Это нечто нереальное. Но меня пару вещей смутило. Рассказываю, пацаны, смотрите. Меня очень сильно смутил FPS. Какого лешего? У меня максимум 60 FPS. У кого также, напишите об этом в комментариях. Так, окей, ребятки, погнали. Погнали смотреть дальше. А чё это? А чё это за здесь? Смотрите, можно применить ТР. А чё это такое? Вау, обалдеть. Так, давайте посмотрим дальше. Что же мне еще выпало? Новая М16. Давайте мы ее тоже применим. Обалдеть. А чё это за стрелочка? Кто шарит? Посмотрите, какая-то стрелочка появилась новая. Как же это круто, новая обнова. Я не верю своим глазам. Ребята, просто прожмите за это лайк. Как же много разных предметов. О, стоп! А если ты писец, то хотя бы откуда в эту фейбл коллекция? Ля, ребята, попахивает какой-то подставой.
Так, дальше медалики-то новые рарки. Давайте посмотрим на эти рарочки. Ну, а пацаны, рарочка 2 балла с 10. Ну, скажи честно, ну такое себе. Мне дали чермик Аркану! Ля, красота-то какая, красота-то какая. Где? Мне дали чермик Аркану. А, блин, я понял. Он, короче, куда-то шел вниз инвентаря. Дальше есть чарм Фэнг. Вау. Вы понимаете? У меня нож называется Фэнг. И мне дали чарм Фэнг. Обалдеть. Давайте посмотрим на все эти крутые граффити. Граффити реально очень классные. О, мне вот эта граффити понравилась. Я его сейчас сразу сходу прилеплю. Вот на эту эмочку. Ну, чисто что было, так сказать. Обалдеть, не встать. Так, я еще хочу посмотреть на мой новый нож. Я еще хочу посмотреть на анимацию ножа. Где мой нож? Это мой любимый нож Фанг. Флеер или Фэнг Флеер. Обалдеть. И давайте-ка мы прямо сейчас посмотрим на его новую анимацию. Погнали смотреть. Так, ништячок, я загружаюсь прямо сейчас на новую карту. Так, давайте начнем с М16. Хочу посмотреть в игре на М16. Так, смотрим внимательно. Не, ну почему? Ну хэштег не поганенько. Ля, какие-то метки можно ставить. А что это за дичь? Обалдеть, я метку какую-то поставил, видите? Прикол! Так, мужчины, все, давайте, вы готовы? Я тоже готов! Давайте, на счет 3 будем смотреть новый нож. 1, 2, 3! Вау! Обалдеть! Ля, пацаны! А ну-ка, анимация удара. Да ты шо? Хиды еще нема противника! Ля, пацаны, это мой новый любимый нож. Если буду переиграть 24 на 7. Ля, какая имбулечка, да, пацаны? Канализация, мужики. Как же обожаю запах канализации. Кто тоже, плюсы, комментарии. Обалдеть, а сюда провалиться можно, не? Так, ладно, все, смотрим дальше. Анимация удара. То есть у нас есть две анимации. Первая анимация сверху вниз, вторая анимация снизу вверх. Все, понятно, дефолтик. Теперь анимация осмотра. Оу, май! Какая же это сочная анимация! Ля, ребята, это просто имба! Прожмите за это лайкусик, если вы наберете много-много лайков, то я сниму видосик, где я покажу все анимации. Вау, очень крутая анимация. А может тут есть какая-то секретная анимация? Давайте посмотрим. Ничего себе, посмотри, что я делаю, на руке его шатаю, этот нож. Нож Фэнг. Ну, что я могу сказать? В принципе, ножичек неплохой. Определенно мне даже понравился он. Ля, имбулечка. Ребят, с вас лайк, подписка. Ладно, теперь давайте посмотрим дальше. Я еще забыл показать, мне ждали граффити паки. Это граффити пак Аркана. Мы его тоже распакуем и сразу ментально кабанчики мы его применим. А где он? Блин, я не знаю, меня в инвентаре так много всякого хлама. Я уже запутался. Обалдеть, ребята, да, конечно. За это, я думаю, можно определенно поставить лайк. Так, мне дали Rainbow Secure Pack, прикиньте. Rainbow Secure Pack, зачем мне дали Rainbow Secure Pack, вообще не понимаю. Так, давайте мы еще раз интересно дооткрываем кассики. Возможно, мне выпадет какой-то крутой дроп. Но, походу, ребята, увы, ах. Походу, увы, ах. Да, конечно. Короче, мораль такова, пацаны. Я же не на контракте, могу сказать правду. Не тратьте на это 5к. Я на это потратил ради контента. На мой совет, не покупайте, ребят. 5к это не стоит. Ну, типа, ну да, круто, прикольно, мне нравится. Ну, блин, 5к! А, еще и БП. 5800, вы чем в сосну уехали, мужики? Поэтому, мой советик, лучше... Не надо, лучше не надо, лучше потом просто купить его с рынка, он будет стоить 1000 голды. Ну что же, мы уважаем подписчики. Но если хотите получить бесплатный БП от Кента ПК, прямо в эту секундочку, прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока-пока! Жду всех меня в ТГ.